В Люберцах прошло заседание для руководителей стоматологического профиля «Школа главных врачей». Участники встречи, представители здравоохранения и общественники обсудили актуальные вопросы качества медицинских услуг. За дискуссией наблюдала съемочная группа нашего телеканала. Тема очередного заседания «Школа главных врачей» – менеджмент качества в стоматологии. Большую роль в этом важном вопросе играют не только руководители медицинских учреждений, но и представители общественных организаций. В настоящий момент реализуется проект при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Ну, в частности, у нас получается Общественная палата Московской области и нашего городского округа, которая программа, что вы, общественные организации, станете нашими коллегами. Благодаря такой совместной работе Общественной палаты и Минздрава Московской области была подписана резолюция, и благодаря которой вот мы проводим теперь школы главных врачей, на которых мы не только как коллеги можем между собой обмениваться определенным опытом, какими-то наработками, но и взаимодействовать с общественными организациями, слышать ваше мнение, прислушиваться и, скажем так, вводить какие-то изменения в нашей работе. Еще одна тема, которую подняли на заседании – реализация проекта «Зеленый коридор». Он направлен на раннее выявление онкологических заболеваний полости рта. В конце прошлого года на территории Московской области прошла акция «Неделя онкоскрининга». Стоматологи выходили на предприятия и проводили обследования. Было отсмотрено более 5000 жителей Московской области, и мы выявили именно благодаря люминесцентной стоматоскопии уже проявление онкологии в полости рта, о которых наши пациенты даже и не знали. Проект, благодаря которому удается снизить процент позднего выявления опасных недугов, получил свое признание и продолжает развиваться. А подобные встречи стоматологов, где подводят промежуточные итоги работы, проходят на территории Московской области регулярно. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.